Короче, выбрались с Мишанькой на дачу. Продолжаем, блядь. Ребята тут тусовались, сделали всякие странные скульптуры. Мы всю ночь гуляли, тусовались здесь. Михина дачка, как обычно. Когда ты приехал в Питер, ты просто не можешь не заехать на Михину дачку. Здорово, ребятишки. Мы с вами продолжаем развлечения различных в Петербурге. Осталось немного. Дальше будет вообще следующее видео. Вы охереете, что будет. Я сам в ахере, но расскажу потом. Ну а мы сейчас на Коркинском озере опять. Я тут уже бывал, когда была жара. Ну а сейчас мы с Сашкой катаемся на лейке. В общем-то, я тут уже не первый раз. Сашка сюда ходит постоянно. Конечно, когда год не катаешься, ты немножко охреневаешь, но в целом я взял и встал сразу и поехал. Короче, ребятишки, еще одна тусовочка в Петербурге. Это поселок Сиверский, река Редеж. Эти вот прикольные красные скалы, про которые, я думаю, многие слышали. Вот мы наконец-таки до них дошли и смотрим на них. Скоро обратно за границу. Обнимай меня, как не обнимала. Сердце рвется из пустоты. Обнимай меня, нам еще немало. Жизни выпить горькой воды. Обнимай меня, как не обнимала. Сердце рвется из пустоты. Обнимай меня, нам еще немало. We'll be right back.
так и не сделав круг, как птицы ищут даль, так ищем мы звезду. Нам никого не жаль, и все летит в дыру. Обнимай меня, как не обнимала